Екі басшысын алпыс бес жылы құтты болса. Игра веселых и находчивых «Жайдарман» объединяет задорную молодежь. Это площадка юмора, которую любят как сами игроки, так и зрители. Данное движение в настоящее время широко признано. Молодежное общественное объединение «Еквасос Жастары» организовало во Дворце культуры УНИР 1/8 финала, в которой приняли участие 15 команд. В 1/8 финала приняли участие 15 команд, которые были отобраны еще в марте на фестивале открытия сезона «Жайдарман». Это команды из Павлодара, Экибастуза, Ахсу, Семея, поселка Солнечный, Баянаула и села Ахколь. Два предыдущих года из-за карантинных ограничений игр не проводилось. Возраст участников разный. В «Жайдарман» играют как студенты, так и школьники. К состязаниям команды подходят с особой подготовкой, ведь для жюри важно все – сценарий, постановка, искрометный юмор, посредством которого раскрывается та или иная тема. В этот раз 1/8 организаторы посвятили теме 65-летия Экибастуза. По итогам игры из 15 команд 12 получили путевку в четвертьфинал, проведение которой планируется на сентябрь месяц.